За примером плодотворного сотрудничества России, в частности Якутии и Китая, далеко ходить не нужно. На днях в столице республики заработал российско-китайский завод энергосберегающих строительных материалов. Что это за объект и какую пользу он даст, расскажет Марианна Кутакова. Завод «Артли» открыт. Открытие нового символа укрепления партнерских отношений между двумя странами стало возможным благодаря долгим переговорам, которые длились 2 года. Сегодня завод открыл свои двери и готов предложить для якутян совершенно новый продукт – полистирол-бетонные стеновые панели. В отличие от традиционных строительных материалов, такие панели быстро возводимы в 4 раза, мороза- и огнеустойчивы, а главное – экологичны для окружающей среды. Применяется силикатные кальциевые листы, которые экологически не вредны для человеческого организма, и хороший полистирол, тоже сертифицированный. Его можно использовать именно для жилых помещений, для строительства малоэтажных домов, многоэтажных домов, коттеджей. Ежегодно планируют производить 30 тысяч квадратных метров полистирол-бетонных панелей. Российско-китайская компания является единственным научно подкрепленным производителем в республике. Наши партнеры имеют договора с Пекинским университетом, Харбинским университетом, инженерными, строительными. И также у нас еще заключен договор СФУ нашим на исследование новых методов строительства в условиях севера. Российско-китайские отношения сегодня переживают самый благоприятный период. Китайская сторона имеет прямой интерес в привлечении иностранных инвестиций в Якутию, в частности для продвижения энергосберегающих строительных материалов. Якутск – динамично развивающийся город. Мы видим перспективы на здешнем рынке и заинтересованы во внедрении и производстве инновационных строительных материалов. По мнению руководства республики, завод открылся как никогда вовремя. В 2018 году в стране начнется реализация следующей программы по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда. В планах республики ввод порядка 1 010 000 квадратных метров жилья. Для Якутии, где сжатые сроки строительства, простота и скорость, предлагаемые компанией «Артли», вдвойне востребованы. Марианна Кутукова, Максим Ростовцев, НВК «Саха», Якутск.